Итак, на предыдущем этапе мы уже с вами получили такие чудесные рисунки травяных кустиков. Но эти же кустики могут стать основанием, могут стать листьями для нашей дикой орхидеи. Для этого нужно просто разместить в глубине у этого кустика небольшой цветочек, один или несколько. Раз. Два. Ну, можно еще и даже бутончик нарисовать. И создать к нему цветонож. Длиннее мазочки дерева. Можно добавить еще один цветочек. Здесь можно дорисовать еще цветочек. Как видите, разнообразие может быть достаточно большим. И добавить цветоножку. Вот так, дорисовывая к нашим листьям, уже сделанным на предыдущих этапах в монохромном режиме, дорисовывая к ним колористические цветы, мы получаем уже целостный рисунок орхидеи. Сейчас мы даже попробуем дополнить их чудесным приемом. Сбрызгивание, которое покажет, что цветы живые, весенние, цветут. Очень хороший прием, всем советую. Кое-где можно добавить тычинки. Вот. Так мы получили целостный рисунок орхидеи.